Всем привет! Сейчас мы вот приехали в боулинг поиграть. Первый раз, кстати, я буду играть. Виктор уже играл. Да. У нас уже похолодало опять. Такая жара была. Сейчас холодно, вот одета в кофте. Сейчас внутри немножко поснимаем. Здесь плаза такая небольшая, вон там казино сбоку. Потом кафе. И вот здесь боулинг находится. Вообще это прям рядом с домом. Мы можем тут пешком дойти за 10 минут. Но мы решили проехаться, потому что вот дождик начинается. Короче, здесь нужно одевать свои шузы. Вот нам дали на прокат, на каждого по паре. Сколько они стоят? 3,50 за рент. А игра получается бесплатная или нет? Игра 2,50. А, еще игра 2,50. А Никита, бесплатная игра тебе. Тебе только за шузы платить. Я еще никогда не играла. Сейчас попробую. И что там, вводишь имена, и что потом? И все? Будут наши имена. И твое очко будет, очки твои будут считаться. Здесь надо написать. Короче, одели мы шузы специальные. Вот здесь написано 7 по 8,5 размер. Так что на 3 размера получается обувь. Ну ничего, нормальные такие, удобные. А как? Так, да? 2 пальца или как? Да, надо пробовать средний пальцы вот так. И вот этот палец большой. И чтобы они свободно вылазили. Мне кажется, вот этот вот у меня нормально. Когда ты будешь кидать, надо, чтобы он свободно у тебя вылазил, чтобы не застревала рука. Ну вот этот попробуй потяжелее. По весу он нормальный. Они все идут по этим. Какие? Вот это, например, 15 паундов. Бери вот, а, это, вот 10. Бери. Вот нам нужна вот такая вот металлическая штука для Никитки, чтобы направлять шары. Но их всего здесь только 2. И они заняты. Вон там еще одна. Странно. Такой боулинг большой. И только 2 сделать вот этих направляющих. Очень странно, да, Никит? Так что обойдемся без вот этой подставки. Будем сейчас так напрямую кидать. Вау, 3 осталось. Так, и вот отсюда выкатился назад мячик Виктора. Сейчас он будет второй раз. А, нужно вот эти оставшиеся 3 сбить. Никита про... Первый раз кинул. Его не надо вверх подкидывать. Нужно было просто катать. Вот, бери, Никита, снова твой мячик пришел. Отсюда выходит мячик. Так, вторая попытка Никитина. Первый раз тоже сбил несколько штук, вот у него 4 осталось, но уже второй шарик, наверное, не дойдет. А нет, катится потихоньку. Вау, 2 еще сбил. Короче, смертельный номер. Первый шар кома. Первый и последний раз. Лучше всех. Что там у нас? А, ну давай тебе вторая попытка, Света. Света пока вот 9 забила очков. Ну что, мне теперь нужно плиту отпустить? Да. Это второй смертельный. Давай. Смертельный номер 2. Нет, он ушел в сторону. Но был такой сильный момент. Надо было 2.
что? Смотри, подведем итоги. У меня 8, итоги. У меня почти. У Виктора только 7. Виктор только 7. Никита 8. Мама 9. Мама чемпион. Ура! Но это только была первая попытка. Их там целых 10. Ну так что мы, так что мы продолжаем еще все играть. Все впереди. Никита молодец, одна осталась. Молодец, Никита. Вау. Вот я сейчас тоже так второй раз кинула, у меня одна осталась. И потом одну тоже я сбила, у меня получился спейер. Но заснять не удалось это. Взяли перекусить. Вот такую так, картошка, залитая сыром. Такая вкуснятина, да? Как вкусно. Витя пиво взял себе. Это пиво самое близко по вкусу к русскому пиву. Да? Корона экстра. Что, рекомендуешь? Виктор рекомендует корону экстра. Никита там. Сейчас. Молодец. Мы в боулинг. Так классно вообще, так нам понравилось. Да, Никит, понравилось тебе? Да, и первый раунд отец выиграл, и второй раунд я выиграл. Ей! Да, классно. Я проиграла, конечно, как всегда. Ай, так классно. Так что будем иногда играть. Кто не играл, советуем поиграть в боулинг.